Здравствуйте, друзья, с вами Вула, на ваших экранах Borderlands 3. И наверняка многие из вас, играя в игру, замечали, что, поизучав мир, можно наткнуться на вот такие вот огромные сундуки, гораздо больше, чем обычные другие, которые вы встречаете по миру. И с превеликим сожалением обнаруживаете, что он закрыт. Но не отчаивайтесь, открыть его не составит труда, потому что всего лишь понадобится найти три записи Тифона, которые, так сказать, подскажут вам местонахождение этого сундука. Если же вы его не нашли сразу. Но по своему опыту могу сказать, что найти сундук гораздо проще, чем найти как раз таки вот эти записи. Это вот такие вот маленькие небольшие коробки, в которых хранятся записи Тифона. Они раскиданы по каждой локации, то есть в каждой локации практически вы найдете такие записи и сундук. Самая основная проблема, конечно, здесь будет это тем людям, которые не особо любят исследовать мир, заставить себе это сделать, потому что ходить нужно будет по каждому укромному уголку карты. Ибо записи эти могут находиться где угодно, и на карте они не показываются, и увидеть вы их сможете только в том случае, если достаточно близко приблизитесь к ним. Поэтому исследовать вам придется не только темные уголки карты, но при этом и придется бегать еще по исследованным частям карты, потому что, открыв всю карту, вы иногда можете попасть в ситуацию, что вы уже понятия не имеете, где он находится. И придется опять заново бегать по каждому уголку, для того, чтобы заметить, наконец-таки, последнюю часть из записи Тифона. Прогресс исследования локации вы можете посмотреть в окне карты, перейдя во вкладку «Достижения». Там, разумеется, будут еще дополнительные активности, не только записи Тифона, а также детали для железяки, отключение радиостанции, разнообразные кражи, ну или всякого рода мини-боссы. Разумеется, за каждое выполненное достижение вы еще дополнительно получите опыт, ну а из ящика Тифона вы сможете получить достаточно ценные награды. Ну это в том случае, если вы ищете награды приблизительно на том же уровне, на котором уровне находится и локация. Ибо на каждой локации есть мобы определенного уровня, соответственно, локация привязана к прохождению, и мобы на ней привязаны к определенному уровню. И, соответственно, если вы уже найдете сундук в локации, которую уже давно прошли, ну то, соответственно, ценных наград вы особо не получите. Поэтому, когда проходите игру и попадаете в новую локацию, сразу старайтесь искать вот эти вот записи Тифона и прочие ништячки. Ну и на этом все, друзья. Если это видео было вам полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, а также стримы. Играйте, ребят, только в хорошие игры. Всем удачи, всем пока!